В эфире «Глаз народа ЯО» – программа, созданная в соавторстве с активными творческими и наблюдательными жителями нашего региона. Недаром в песне поется «Важнее всего погода в доме». Потому что, когда в квартире льет дождь, тут особо и очаг не разведешь, и уют не построишь. Видео сделано в 25-й квартире дома номер 7 по улице Осенней. По словам соавтора, вода уже второй день льется с верхнего этажа. Добываем с Сережкой воду. Когда воды нет нигде, мы добываем воду. С тараканами, правда. Невкусная вода, это компот, братан. Помидоры без определенного места жительства продают в одном из супермаркетов города. Гурманы Биробиджана в растерянности. Так египетский все-таки или австралийский салатик у них будет сегодня к ужину. Непорядок. И снова здравствуйте. Посетители Ленинского вокзала продолжают негодовать. По словам автора этого видео, жители должны ожидать автобусов на улице, а в крещенские морозы, да еще в сезон простудных заболеваний, это не самое приятное времяпрепровождение. Почему так происходит? Большой вопрос. Зима и снег, как всегда, в этом году пришли неожиданно. Автор снимков сетует. Дорога на городское кладбище не очищена, скользкая. Для чего, спрашивается, ее ремонтировали? Негоже такую красоту под настом скрывать. Победителем сегодняшнего выпуска признали автора видео «Погода в доме». Счет его мобильного телефона пополнится на 100 рублей. Напоминаем, вы можете стать соавтором программы «Глаз народа ЯО», просто прислав фото или видео на номер, указанный на экране, или разместив их в Инстаграм с хэштегом «Глаз народа ЯО». Хотите, чтобы наша программа оплачивала вашу мобильную связь? Присылайте фото и видео с места событий и фиксируйте проблемные или курьезные ситуации на камеру гаджета. Прикрепляйте комментарии, чеки из магазинов. Станьте соавтором программы «Глаз народа ЯО». Авторы лучшего материала выпуска получают 100 рублей на счет мобильного телефона. Участвуйте в создании программы и смотрите нас каждый понедельник, среду и пятницу. «Глаз народа ЯО».